Всем привет! Меня зовут Алла. Я хочу сделать татушку на руке. Ну так, как татушка. Вернее, у меня есть волоски на руке, то я хочу сначала их удалить. На одной руке, буквально вот там, где я буду делать татуху. Небольшой кусочек. Смотрим. Так, сейчас я положу руку так, как будет мне удобно. А вы смотрите. Ну, татушку я буду делать где-нибудь. Вот так вот. Ну, это просто у меня, моя рука будет как... Моя рука-модель. Протираем все. Такой ароматизированный тайк. Смотрим сюда. Пальчики. Паста холодная, сейчас она подтает. Там, где я буду делать шукарик. Сейчас. Надо как можно больше вытянуть руку, чтобы кожа чуть-чуть больше натянулась. Здесь мы вот прям тоже так же делаем. Тихонько, потому что волоски цепляются. Они хоть и светленькие, они миленькие, но их много. Пушок здесь. На ручках пушок. Да, я здесь не натягиваю, потому что я сама себе делаю. Поэтому у нас будет как удалить самой себе на руках домашних условиях. И плюс татуха. Ох, так жестко. Волосков много. Я редко себе, не так часто на руках делаю, потому что волоски у меня слабые. Единственное, что как-то я рисовала на руке, и на черной ручке были видны светлые волоски. Потихоньку. Торопимся. Ладно. Уберу, наверное, эту руку как раз до локтя только. Как можно натягиваю, как могу, короче. Если пасты мало, а длина еще там волосков есть, мы закругляемся. Чуть-чуть закругляем, для того, чтобы сорвать с места, где нет волос. Натяжение делаем такие. И раз. Что такое? Жих. Так, чуть-чуть поворачиваю руку. Протягиваем потихоньку. Приподнимаем. Смотрите, как мы делаем палец перпендикулярно. Протягиваю. Приподнимаю волоски, чтобы у меня получилось вот такое. Поднимаю передние пальчики, чтобы такой волосочек появился. Чтобы я могла раз сразу опять отсюда начать. Чтобы не вот так вот мне тянуть отсюда кожу, да, начинать. Это больно. Вот вам болевые эффекты, которые мастера, вернее, многие клиенты говорят, а что так мне было больно? Да потому что вот немножечко какое-то маленькое движение, уже все. Уже не так получилось. Протянула чуть дальше. Уж перед тем, как сорвать, я не застреваю здесь на месте. Чтобы не сорвать вот этот кусок, он уже здесь прилип, хорошо проникать начал в кожу. Ну, подтаивать, скажем так. Я должна отойти чуть дальше. Смотрите. Я должна просто и сразу сорвать. Придавить чуть-чуть и резко раз. Кончик поставила, придавила и опять раз. Можно все сорвать, а можно еще на раз. Теперь немножко поворачиваю руку. Удаляю все волоски, которые здесь у меня. Чуть-чуть. Капельку надо было больше взять, немножко не хватает. Ну ладно. Не лети никуда, маленький кусочек. Нужно было бы помягче, но какая была дома. Ну, в принципе, наверное, все. Так, сейчас я вот так сгибаю руку, локоть к себе. Уже смотрю, что здесь я не убрала, если что-то тут осталось. Я уже... Локоток, это мой локоть. Чтобы понятно было. Вот и все. Теперь смотрю на просвет, где я вижу волоски, там я... Немножко удаляю. Когда волос нету, вы удаляете пасту, и вам абсолютно не больно. Когда вы чувствуете такое легкое жжение, даже если вы не видите эти волоски, вы должны понимать, что там есть волоски. Паста их удаляет.
Вот, не надо, долго теперь хватит. Вот это удаление на руке, мне очень долго не растут волосы. Я могу весной сделать, к примеру, и осенью. Волосы мне на лето, на все лето хватает. Пойдем дальше, протираем. Опять косынчик. Стираем. Убираем липкость всю. Теперь мы будем делать татуху. Я сделаю колебушку. Да и ладно, да и пускай. Давно я не делала татуху. Лягушку тем более не делала ни разу. Так, нашу руку. Здесь она не будет. К себе. Немножко наискосок. Мне хочется, чтобы видно было хорошо. Вот. Прилепила. И снимаю верхнюю подложку. Вот так, смотрите, какая красотка. И зелено-голубой. Да? Морская волна. Даже корона для короны у меня золотой цвет. Ой, отличная густота. Вот такой надо размазывать. Чем меньше, тем лучше. Не прокрасим, это хорошо, чтобы клей кругом попал. На все штучки. Еще раз попробую. О, тут немного полный бутылек. Это надо размазывать. Какая классная получилась. Отлично, отлично. Так, открываем зеленый. Какой красивый. Смотрите, какой зеленый, как он переливается. Так, вот такой вот. И вот такой вот еще есть. Вообще, красивый какой. Так, поехали. Присыпаю. Надо было черные глазки сделать. Чего я затупила? Поздно уже. Так. Водочка вот так вот подталкивает. Посмотрите, как я подталкиваю. Прям еле-еле. К самому краешку. Вот это вот, наверное, лапка задняя будет тянута сюда. Здесь, с этой стороны. Здесь я хочу немножечко это подтяну сюда. Эту заднюю лапку мы закроем полностью, а на эту мы подтолкнем немножечко с этого края, чтобы было более симметрично. Такой темно-зеленый. Я бы хотела еще здесь сделать вот такой водочек. Так, посмотрите. Здесь тоже. Только сюда. Только по самому краешку. Я глаза черные не сделала. Потому что у меня, наверное, зеленые глаза. Так, ладно. А теперь я возьму вот этот морскую волну. Наверное, лягушка должна быть вся темно-зеленая. У нас будет она такая золотая, зеленая сказка. Так, сразу закрываю, чтобы, не дай бог, не задеть ничего. И здесь сразу закрываю. Вот, хорошо, убираем в сторону. Открываем золотую. Ну, корона на черном, конечно, будет не такая золотая. Разукрашиваем корону. Наметающими движениями, насыпающими. Наметающая кисточка не попадает в клей. Не должна попасть в клей. Берем салфеточку. И убираем все лишнее. Сейчас это сначала отсюда все смету. Сначала метелочкой. Такая вот лягуха у меня путешественница. Более натуральный цвет. Немножко темновато. Классно. Ну вот и все.